Инициативу Казахстана по возвращению своих граждан из зоны сирийского конфликта приветствует в Организации Объединенных Наций. Независимый эксперт призвала другие государства последовать этой благородной миссии. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека Финуала Ниаулейн заявила, что Казахстан продемонстрировал гуманность и ответственность в отношении детей и их матерей, находящихся в зоне боевых действий. Напомню, в результате операции «Жусан-2», которую казахстанские спецслужбы провели в период с 7 по 9 мая на родину из Сирии удалось вернуть 231 человека. В их числе были 156 детей. Сейчас возвращенцы проходят реабилитацию и дерадикализацию в специальном центре вблизи Актау. С ними работают лучшие теологи и специалисты-психологи. По мнению спецдокладчика ООН, методы дерадикализации сегодня вызывают обеспокоенность. Поэтому для решения проблем необходимо соблюдать в работе обязательства по правам человека и обратить серьезное внимание на совершенствование законодательства по противодействию экстремизму и терроризму. В период политического транзита у Казахстана есть уникальная возможность усовершенствовать свое законодательство, открыть пространство для гражданского общества, укрепить долгие и глубокие традиции религиозного плюрализма и толерантности, а также не допустить ограничения демократического, активного развития общества в целом.